нарушил интересы готовности российского бизнеса. Debe invertirlo importando derivados a todo el continente, incluyendo los Estados Unidos. Y sobre todo, que ustedes pasaron por una especie de vacío. Así lo interpretamos desde lejos. Y en poco tiempo, tan poco tiempo, han sido capaces de levantar de nuevo a la gran patria rusa. Уверен, что эта встреча предпринимателей с президентом Венесуэлы придаст новый импульс взаимным деловым контактам, позволит лучше понять экономические возможности и интересы друг друга. Отношения, отношения между государствами, межпарламентские отношения между нашими народами. Ты говорила о 150 años. Ты говорила о 150 años.